Если не успеешь поставить лайк за 3 секунды, перед тобой появится страшный сиреноголовый. Профессор, скоро подъезжаем на место. Да, скоро уже приедем. Капец, тут так неудобно водить машину. Вроде приехали. Все, тормози. Выходим и достаем дэшек. Ага, сейчас будем разгружаться. Профессор, вы меня хоть прикрываете там, а то мало ли шо? Прикрываю, доставай их. Достаю, ох, какие тяжелые упитанные дэшки. Ох, хорошо, пойдут на эксперимент. Да, первого положил, еще двое осталось. Вот второй, капец, он тяжеляк, еще тяжелее, чем первый. Хо-хо-хо. Клади их всех сюда. Так, потом поставим ограждение, чтобы, если что, эксперимент пошел по плану. Вы же все помните, профессор? Да, это наш лучший эксперимент. Ну что, я думаю, что все готово, профессор. Можно и посмеяться. Ну все. Поехали. Давай в тачку и погнали. Ну что ж, теперь мы точно готовы отъезжать. Все, вперед! Вперед, добрый путь! Едем! Соседнее село на дискотеку. Отставить музыку! Ой, блин! Ё-моё! О! Мужики! Парни! Ё-моё, где мы? А где мы? Здорово, Бобби! Андрюха, блин, вы чё? Как вы себя чувствуете? Чё это за речка, за водопад? Чё-то как-то хреново вообще, мужики, вообще... Я не слабость. Понял! Где мы вообще? Я ничего не помню, блин, чуваки, куда мы попали, ё-моё, блин! Будто память стёрла, мужики, тут какие-то заборы... Тут забор, блин! Водопады, речка... Речка! Чё делать-то? Ну, давайте поплаваем! Пацаны! Ой-ой-ой! Чего? Это... Сиреноголовый! В смысле? Какой сиреноголовый? Что это за... Механический! А реально, он механический! А как выбежать тут заборы, блин? Ай! Ай, только вперёд, не подходите к забору! Как выбраться? Андрюха! Он меня поднял, спасите! Ё-моё, Бобби ко мне! Бобис, ты чё стоишь, Бобис? Беги! Вы дуралеи, блин, он всех повырубал! Ё-моё, блин! Чё же мне делать, ребят? Везде заборы, никак не выбраться! Эй, ты! Крупная сирена! Дурацкая, блин, механическая! Чё, я себя сейчас... Ага! Я знаю, ребят, я его сейчас заманю на этот электрический забор, и он током и от тока заклинит! Диман, очнись, братка! Ай, блин, ё-моё, где мы? Я сам не понимаю, где мы. Вот, смотри, что тут происходит. Парни, вы тоже сюда попали? Опа-на, здорово! Здорово. Короче, парни, это секретный эксперимент лаборатории ECP. В этот лабиринт нам нужно попасть. Там механические сиреноголовые. Чтобы выбраться, нам нужно попасть в один из порталов, которые будут в этом лабиринте. Ё-моё, а вот эти вот что стоят механические? Натуре. Они пойдут за нами, когда мы войдем в этот лабиринт. Нет, ух ты ж, ё-моё, блин! Я не хочу, парни, этого делать! Лучше б я дальше в ветках лежал. Ё-моё, я не хочу! Так чё, блин, придется, парни, тогда пройти лабиринт, найти порталы и сразиться с механическими сиреноголовыми именно в лабиринте. А что, нет? А что? Кого будем первым есть, кстати? Кого? Тебя? Нет, тогда побежали. Ну тогда, друзья, всем здорово! С вами, как всегда, Оверфония, Бобби Егорыч, и добро пожаловать в игрушку под названием Гаррис Мод! Всем хай, дорогие друзья! Здорово, чуваки! Всем хеллоу, ребята! Ну что ж, как вы уже поняли, сегодня мы сражаемся против сиреноголовых в лабиринте! Ну что, парни, в лабиринте мы и сиреноголовые. Ладно, 3-2-1, побежали искать порталы, друзья! Ой. Ванули, опа, мужики. Они пошли, андроид, они уже идут. Побежали. Так, а еще нам сказал Егорыч, ребят, что и в самом лабиринте вон есть механические сиреноголовые. Да. Вон это он. Да, кстати. Офигеть, еще здесь есть ловушки, ребят, и вообще супер страшно. Ловушки Джокера. Джокера. Или как? Офигеть, вон они, ребят, эти сирены. Бобби, сзади! Там сзади! Андрюха, сзади! Бесси, сзади, погоди! Бобби, и меня съели! Два чубрика приехали. Нас зажали, ё-моё. Остались мы с Егориком. Егорик, ты как там, живёшь?
Да. Нормально все? Так. Да. Ой, тут сиреноголовый. О, Егорыч приехал, Егорыч приехал. Я, блин, ребят, пока что один остался, но в тупиках, блин, я думаю, долго не проживу, блин. На самом-то деле. Братан, без комментариев, кстати. Да, без комментариев. Тут, блин, куда-то бегу. Парни. Не ты не спрячешься. Парни. Шо, парни? Я нашел портал. А как так можно сразу? Ты крыса. Я нашел портал. Ну, выбегай. Изи, 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 портал. Просто изи с первого раза выбрался. А? Чё? Это чё? Портал ловушка? А такие есть, что ли? Я не понял. Походу есть. Это ты лох, блин. Ё-моё. Наказан. Ё-моё. Офигеть. Вот это, братишка, ты попал в ловушечку Джокера. Да капец, блин, реально, друзья. Кто же ожидал, что есть, блин, ловушки вообще и другие порталы? Фейк, реально. Ну чё? Я понял, парни, давайте пока. Давайте, сразу погнали. Механические сиреноголовые у нас активируются. Через 3, 2, а, все, походу. 3, 2, а. Да, они, блин, не под мой счет, они сами. Ё-моё. О, минус Егорыч. Вон аппетит, смотри, лысый. О, съели Егорыча там. А тут тупик, что ли? Я не знаю, Андрюх, куда бежать, блин. Портал. Боби крыса. Опа, биби-крыса. Е-бой. Ой, Андрюх, мы вышли в начало. Так, это, давай тогда уходить от начала, короче. Ё-моё, мы просто круг сделали. Капец. Биби, ты реально выбрался? А-а-а, вижу, братан. А вон Бобис. О, меня сожрали. А-а-а, сожрали. Нет, зажали с одной так стороны труп Андрюха, а с другой стороны живой Боби, и меня съедают. Ё-моё. Эй, вы. Там, снизу. Как это дела? Кто у вас? Это говорит? Это что у нас? Бобби стал механическим! Сиреноголовым! Ё-моё! Ой, ладно, побежали, пацаны. Все, короче, друзья, Бобби у нас теперь помощник сиреноголовых, а мы, блин, бежим просто куда глаза глядят. Сюда я, по-моему, еще ни разу не бегал, но тут уже вижу. Вижу, тут уже монстров. Че? Братан, там это! Андрюх! Там это, задом беги, давай. Задом беги, Андрюх, задом. Ах да ты крыса, дурачок, я ли? Хотел тебя подставить, блин, я ну бас. О, тут портал зеленый. Зеленая, я выбрался. Портал. Я выбрался, я выбрался. Где ты выбрался, покажи. Просто, я выбрался, чуваки. Офигеть. Вот ты выбрался, вот а это нет. Кайф, вот это просто кайф. О, давайте сейчас посмотрим на них. Андрюха, чё, Андрюха сдох? Да. А, в натуре? Ага. А Егорыч? Тоже. А, так все? Все, по кайфу, ребят. Е-бой. В общем, ребят, теперь мы вместе с Бобби. Механические сиреноголовые. Вы не механические сиреноголовые, вы две, знаете... Мочи. Молчать. Чего? Молчать. Так, ладно, парни, мы даем вам небольшую фору и с Бибисом начинаем вас искать. Также, помимо нас, есть еще вон у нас, ребят, некоторое количество механических сиреноголовых непосредственно в лабиринте. Ну чё, все, погнали, все готовы? Погнали, что ли? Полетели. Я уже увидел одного человечка. Кого ты там увидел? Слышишь, отошёл от меня. Так, пацаны, куда идем? Нет! Так. Дай пройти! Андрюха! Дай пройти! Ням-ням-ням-ням-ням-ням! Вот это я понимаю, раунд Биби, красава! Ну что, тут победа чисто механических сиреноголовых. Ну что будем делать, Егорка, братан? Я не знаю. Конечно же, парни, умирать! А ну в угол забились! Не-не-не-не, давай до свидания. Ты кто такой? Давай до так, свидания. Так, ладно, Бобис, ты иди в одну часть, я в другую. А-а-а. Короче, ребят, мы, смотрите, уменьшились, стали очень медленными. Это все для того, чтобы у пацанов, у Дэшек, был хоть какой малейший шанс вообще выбраться. Иначе они бы не выбрались, ребят, да, понимаете? Просто они да. Блин. Так, а мы сейчас с Бобисом... Сейчас на фигачим. Я их не вижу, кстати. Я вообще стало. Тоже. Ну все, пацаны, вот реально. Мы проиграли. А, че, давай Андрюху гаси, гаси Андрюха, андроида. Первый проход пошел, гаси, а второй гаси. Так, гаси а вы, Андрюху. А вы там вдвоем ходите или что, я не понимаю. Да, мы там вдвоем. Да. Втроем? Да. Блин, парни, сначала начало вернулся. Я ищу Егорича. Какое начало ты вернулся? Я вообще запутался. Да, Егорич, ты запутался? Да. Запутанный лабиринт. О, здравствуйте, доктор Андрей, здравствуйте.
бывшему доктору попрошу заметить. Ой, Дэшка, Андрей, здравствуйте, Дэшечка, сейчас я вас догоню. Блин, браташка, тут капец, произошел тупик, а ты-то, надеюсь, за мной не идешь? А я тебя уже потерял, а ты куда? Ой. Андрюха, ты куда? Я тебя потерял. А я потерялся. Андрюха, а где ты? Понял, ты никогда не найдешь. А где ты? Давай. Не найдешь меня, братан. Ладно, давай, поспорим. Тут произошел, значит, пролом башки. Так. Я чутка спустился вниз. Ого. Давай, ищи меня. Чутка спустился? Мужики, опа, здорово. А там, кстати, Андрюх, походу, где-то портал был недалеко. Там что-то подсвечило зеленым, ты почти выбрался. Не, выбрался. О, и Егорыч у нас выбрался, все понятно, ребят. Ну, пока вы там вдвоем ходили за Андрюхой, я тут чик-чик. Ну, ладно, кайф. Ну, а теперь у Андрюхи челлендж. Он остался один, ребят. Тем более, он в предыдущем раунде практически выбрался, но его ловушечка опередила. Настрой, Егорыч, Бобби и я, 3 механических сиреноголовых и 1 андроид. Ну что, давай, братанчик. Мне кажется, для Андрюхи это ГГ. Ну, наверное. А кто из вас это? Вы там типа семья, да? Кто из вас папа? Я папа. А кто дочка? Дочка Егорыч. Ну, Егорыч, ну ты больше всех похож. Я отомщу тебя. Так, погнали. А Бибис это наш песик. Да, Биби? Ага. Крыска, я бы сказал, домашняя крыска. Да, шиншилла. Так, идем ищем Андрюху, блин. Шиншилла. Шиншилла Андреус, блин. Куда убежал? А кто это? О, вот он, парни. А, он на вышке, блин. Ой, а вам сюда не попасть, тут А нам никак не достать. А он сейчас еще и на другую вышку побежит. Вот, блин, пацаны. Поспорим, кто поймает первым Андрюху? Я не знаю, я бегу уже. Бобис в ловушке, ладно, мы с тобой, Егорыч, вдвоем остались. Все, Бобис сам попал же в ловушку Джокера. Так, надо идти к другой вышке, Егорыч, блин. Ага, давайте, парни, удачи вам без комментариев. А давай, Егорыч. Вообще, я не вижу ничего, парни. Ага, потому что ты слепой. Ты мышь, крот. Бэй присоединился за меня, короче, ясно все. А вы че, блин? Разлад в команде, крысы. Блин. Вот крысы. Ой-ой-ой. Опа. Ой-ой. Так, надеюсь, тут не тупик. Так. Надеюсь, тут не тупик. Там тупик, Андрюха. Нет. Там тупик. Там не тупик. Опа. Нет. А ты че забрался? Опа, так нельзя. Куда? Я видел, как ты упал. Ай, я тут хотел ногой. Бобби. А Бобби врун, Бобби врун. Так нельзя делать. Ты упал вниз, а потом залетел. Я в ловушке с Андрюхой. Я подпрыгнул. Ну убивай Андрюху. Да блин, нечестно. А я убил Бобби, а ты убивай Андрюху. Он меня не убил. А я не могу тебя убить. Сейчас я убью. Убил. Все. Вот так. Сирены, знаете, парни, побеждают. Знаете, как раньше вино делали? Виноград давили. Вот я тоже так Андрюху задавил. Вот кому вино из Андреуса, пишите в комментариях, ребят. Бон аппетит, ребята. Угу. Майонез. Ну что ж, ребят, а на этом наш увлекательный видосик заканчивается. Мы с пацанами надеемся, что вам все понравилось. Обязательно подписывайтесь на все наши каналы, пишите, что нам еще позаписывать в Гаррис Моде. Ну а также подписывайтесь на все социальные сети, ссылочки все будут в описании. Ну а с вами сегодня были Овер, Фоня, Егорыч и Бобби. Огромное всем спасибо за просмотр, удачи и пока-пока! Всем до скорого, дорогие друзья! Всем бай, пацаны! Ну а где, чуваки?